Здравия желаю. Сегодня новый моторчик вот пробую. У его КПД по схеме такой. То есть параллельные ионисторы на 24 вольта. Вот, 10 штук. И питается, значит, в параллель. Моторчик на 510 ватт. Значит, что у нас получилось? Потребление всего 10,5 ватт. Замерял по счетчику. Так. Тут минимально опускается. Сейчас покажу. 12. Вот максимально. Зарядка идет. 20. Вот минимально. Потом на 14 падает. И вот опускается. Сейчас посмотрим. 50 секунд он, значит. 10 секунд работает. 50 секунд работает на ионисторах. Вот мотор. Напряжение у него падает 4, от 14 до... Сейчас посмотрим минимальное. А сейчас 50 секунд, 12,9, 12,8, все включил, минимально 12,8, максимально 20. То есть в итоге получается что? Надо всего 10 ватт. А у нас тут получается, сейчас скажу, сколько ватт. У нас тут получается, вот как. Так, значит, зарисуем. Зарисуем это все. Лампочка эта горит, вчера показывал. Она у меня сутками сейчас горит. Может, кому надо, поменяю на запчасти. Значит, вот тут как. Вот и мотор. Идет на выпрямитель. 24 ватта. А тут вот идут, отсюда же идут 10 ионисторов. 10 ионисторов тоже на 24 вольта. Здесь на 24, здесь на 24. А далее идет реле. Не так нарисовал. Реле, значит, на одном проводе реле разделяет фазу. Фазный. Вот оно реле. Так. 10 секунд. Работает, заряжает. Ионистор и крутит мотор. Дальше. 20-50 секунд стоит. Работает на энергии ионисторов, которые зарядились за 10 секунд. И получается расход вот 10,5. Вот высчитывал.
Ну вот у меня замеры, вот сейчас тоже идет замеры. Даже может что. Вот 19.01. За 19.01 проходит 3,3 ватта. Можете пересчитать. Так. А тут получается, значит, мотор крутится, значит, вот сколько раз. 60 секунд он крутится. Здесь он, значит, 20 ватт, вольт. Сейчас я ваток посчитаю. У меня тут тоже записано. При 22, при 22 вольтах берет 27 ватт. Значит, 27 разделим на 20. 1,35. 27 разделим на 1,35. Получится 20 ватт. Так. Вот, 20 вольт, 20 ватт так и берет. Так. А тут он берет. Сейчас скажу. 12,8 минимум. И максимально 14, плюс 14. Понижение идет плавно. 26,8 разделим на 2. В среднем 13,4. Значит, 22. 22 разделим на 13,4. 1,641. А дальше. Так. Дальше. 27 у нас, как известно, при 22 вольтах. Разделим на 1,641. 16 ватт. 5 раз. 16 плюс 16 плюс 16 плюс 16 и плюс 16 и плюс 20. Вот что у нас выходит. Получаем. Ну вот, перемножить 16 на 5. 80. 80 плюс 20. 100 ватт выдает. А берет 10,5. 100 разделим на 10,5. КПД 952 помножим на 100. То есть 952%. Чтобы она работала вечно, надо 10 ватт снять с половиной в час. Потому что она 10,5 час расходует. С этих, вот с этого со всего снять легко. Потому что тут КПД, КПД снизится, там пускай будет она даже 500 или может даже 200, это не важно. Тут КПД, может, и не надо. Не, то есть КПД надо не меньше 200. Но зато 10 ватт уж мы возьмем. Это можно поставить на колесо. Допустим, в велосипеде. На одном колесе будет вот этот мотор, допустим, на заднем. А на переднем маленький генератор. Ватт на 15, ну, на запас. И батарейку, и все. Вот это будет работать на колесе. То есть это система не генератор, это двигатель с КПД 952%. И если будем забирать, допустим,
ваты на самозапис. КПД снизится, но тем не менее это будет вечный двигатель. Тут КПД особо, видите, особо не важно. То есть запас большой, что даже еще и будет еще лишнее. Еще там будет фару светить. Вот, может быть. Зарядить в этом велосипеде можно будет. Зарядить этот iPhone, осветить фару. Вот такие вот еще. На мелочи хватит и будет работать. Только что еще надо? Ионистеров побольше надо. Тут вот на 24 еще это, 90 штук. Они легкие, их можно вместо вот батарейки привесить к раме там куда-нибудь. Вот 90, то есть 100 ионистеров будет. Ну, реле вот такое. Маленький генератор на 10-15 ватт. На 15 ватт. Вот. И плюс еще, значит, будет, значит, на ионисторов много надо. Плюс еще, значит, 100 ионисторов. Даже не 100. Там 20 штук еще для пуска. Вот. И там еще штук 20. То есть где-то 150 ионисторов. По этой схеме. Ну, 150 штук, это, в принципе, по весу это будет грамм 10. Ну, килограмма полтора-два всего. То есть, вполне нормально.